надоед гометоделы. Раньше я их отдавал собакам, а теперь на псарню ходить запретил. Но будем крыс кормить. Не говори так. Времена сейчас и без того тяжелые. Когда Адермир был открыт, мне тут нравился. Я готовила для больных. Буквы волк, гора глифов. Тоска ей ее шпуежа и нож. Сезамор и ил, и йодка, и кот, и кашелот. Рам-пам-пам, отдаю, знаю. Лучше б я в две сверху. Не слушал бы тогда трех о том, как здорово жилось при отце герцог. Что-то будет. Пациентов доктор Гепатия больше не принимает. Помер уже. Это Дермира. Не забывай. Тут такое дело. Вчера ночью ее не было. Я не понял, как она выбралась. Кажется, ты меня не понял, капрал. Если кто спросит, доктор выходит отсюда только по делам и с ведома герцога. Ясно? Кажется, да, сэр. Что? Ищешь срать? Зараза! Вы это слышали? А ну вернись! Я себя научу! Ну давай, разберемся! Все это страшно, я кто-то есть? Я с тобой. А потом я буду. Она ранит. Капитан!
А теперь на псарню ходить запретили. Но будем крыс кормить. Не говори так. Странные времена настали. Нельзя расслабляться. Как скажешь. Зараза! Что это было? У нас потери. Проклятие! За тобой носиться. Зараза. Во мне стрели, ну? Обожаю смотреть, как история искажается, переходя из уст в уста. Кто-то выбрал неверное слово, кто-то не понял, кто-то забыл половину. Скоро история королевского убийцы изменит форму, как пруд на наковальне. Одни скажут, что монстра следовало убить. Другие, что он всего лишь жертва, которую спасло твое решение. Но ты же всегда будешь помнить правду. Свою правду. Нужно было целыми днями штамповать приказы о казнях. Столько предателей вокруг.
Провалы в памяти случаются все чаще. Меня терзают беспокойные сны. Не удается отдохнуть. Герцог Абель поначалу казался уютным. Больше всего меня огорчает то, что я не могу посвятить себя работе. Мою жизнь наполняла смыслом забота об обездоленных, о шахтерах и их семье. Когда я слышу об очередной вспышке лихорадки, о тяготах шахтерской жизни, мне больно от того, что я не могу быть с ними, облегчить их страдания. Вижу такой огромный рой. Ah!
Замечательно, что ты отыскала Соколова, милая. Старик сейчас у Кирина Джиндыша. Тот, несомненно, разузнает все его секреты. Заполучив свое распоряжение Соколова, Кирин сделает самые невероятные открытия уже в ближайшие дни. Но тебе снова пора в путь. Твой выход. Нам нужны твои особые способности. Доброму доктору нужно съездить в Данол и последующий в списке Хават Бойл. Торопись, не наделай побольше. Вы мой пациент? Простите, и я сама должна это знать. Я хочу задать один вопрос. Вы закрываете лицо из-за раны? Болезни, которые здесь лечат, более распространены, чем кажется. Я не пациент. Я ищу Антона Соколова. Соколова? Да. Он был здесь недолго, но она забрала его Кирину Джиндышу. Вы слышали? А королевский убийца? Он ваш пациент? Королевский убийца. Про него писали в газетах. Я не... Ах, да, эти жуткие убийства. Я как раз была в Даноле, изучала болезни китобоев. Постойте, меня зовут... Я все забываю. Этот убийца — интересный случай. Думаю, я могла бы ему помочь. Только всегда все было хорошо, а сейчас память что-то подводит. Кто меня зовет? Прошу простить. Снова у меня ногти грязные. Может быть, с йодом? У нас редко бывают посетители. В последнее время всего один. О, сварить бы зелье, которое сожжет язык и глотку Далилы. Тварям вроде тебя места нет. Thank you.
Наверное, они что-то знают. А? Эта дверь должна быть закрыта. Получай. Мне не привиделось. Ты Гамильтон? Почему тебя заперли? Ты что-то знаешь? Клянусь, я сам все видел. Капюшон. Едва глаза разглядел. У них ненависть такая, будто тьма беспросветная. Мне не привиделось. Надеюсь, мои записки не украли. Надо вернуться в комнату. Они взяли мой ключ. Думал, получится. Надо ж быть таким дураком. Чего-то не хватает.
10 назад здесь отлично было. Вот представь, расслабляешься ты тут с месяцок, а другие вокруг тебя бегают, заботятся. Это ж спасибо. Болезнь все равно болезнь. Я тут только... Если отключу сторожевую вышку, Меган сможет меня подобрать. Нравится мне это место. А что со сторожем? С Гамильтоном. Кто-то сказал, что он спятил после ночного дежурства. Его заперли где-то в лечебке. Для его же пользы. Он здесь охранником еще при герцоге Теоданисе был. А в таких местах нельзя. Кто-то сказал, что он спятил после ночного дежурства. Его заперли где-то в тему. Надо думать о службе, а не о поцелуях. О поцелуях. Неважно. Тебя! Эй-эй, Ивантан! Эй-эй, кит где-то там! Всех наверх! Погоню скорей! Эй! Игучка! Горится! Это, наверное, тот изувер, короли... О, нет! Только иди! Thank you.
Что? А ну вернись! Что? Окно! Как это у тебя получилось? Личный состав. По приказу мэра, то, о ком я думаю... Это твоя последняя ошибка! Жду вас. Может, пойдем уже? Мне здесь не нравится. Вы готовы? Да, возвращаемся на корабль. Вы не нашли Сокола? Нет, но я убила Гепатию. Что? Это она, королевский убийца. Герцог ей подсунул ее собственную экспериментальную сыворотку, и это ее изменило. Она ни о чем не догадывалась. С ума сойти. Что с Антоном? Они отдали его человеку по имени Кирин Джиндыш. Знаете, кто это? Его все знают. Это великий изобретатель Сирконоса. Значит, он следующий.